Это не пикник на обочине, но это быстрый перекус вне дома. И на что? Это просто вот так будет. Где же тарелочки? Сулугуни и хлеб. Завтрак туриста. И на маску хацильбутхина. А хацильбутхина — это баклажан. Нет, хацильбутанковый. Баклажан вкуса печенки. Это очень вкусная намазочка. Сейчас мы ее намажем. Теперь мне надо найти нож, который режет. Ну, попытка, не пытка. Режет. Крутя. Я везунчик. Сразу нашелся нож, который режет. Я сегодня обрезала эти витражные наклейки очень неудобными ножницами. Еще одну горбушечку. Раздираемый противоречиями. Чего нет-то? И сюда надо какой-нибудь небольшой тостер, чтобы их подсушивать. Сулугуни. Люблю сулугуни. Я, если что, дезинфицировала перчатки. У нас есть специальная штуковина. Всех микробов убивает. Сулугуни. Это круто. Женька, голодный? Немножко. Давай. Пойдем, пойдем. Мои руки. Рваный сыр. Это круто. Кто-то голодный, весь сыр порвал. Ну, мы здесь работали. Оба. Рабыни Изауры. Все. Сыр порван. С ним была плутовка такая. Нам абсолютно точно понадобится. Эти салфетки. И я бы еще горячий чай сделала. Да, так и сделала. Все. Ну, супер. Я голодная, как собака. Даже не помнишь, что я маленькая. Сейчас. Точно ела что? Здесь две горбушки, если что. Если вдруг. Я голодная собака. Что с мистиком? За рейкой, в другом центре? За двумя? Или за тремя? Надо сейчас почитать. Размеры стать. Деревянная рейка. Красиво. Деревянная рейка. Здесь будет очень красиво смотреться. И если сразу на нее накрутить крючок, то туда подвесит. Ну, ты сообразишь уже сам. Я просто понимаю, что в принципе она здесь только в плюс будет дизайн. Ну, ты понимаешь, что все вот это вот так закрыть. Потому что просто окна смотрят и нам сейчас в тарелку по факту. Ну да. О, смотри. Что? Видишь там? На мозгане. Ворон. Да. Может быть, ну, не может быть, а точно. От клубей. Думаешь, он не настоящий? Не знаю. Ну, скажи, помогает. Я хочу, чтобы ты мне заказал сюда два глаза хищника. Они вот такого размера, как мечи, которые Финч крыс. Нормально. Такой глаз увидишь, сам обкакаешься. Я думаю, голуби будут пугаться. Я очень на это надеюсь. Я бы хотела их напугать, чтобы они не спекакали. А то будет обидно. Пофиг ему. Положу-ка я на вашего ворона. Голубь прилетел. Нормально. То есть есть навесик от голубей и есть ворон. На ней, на этом навесике куцим, он спокойненько рядом с этими куцим сел. Я говорю, надо бы глаза сюда эти купить, чтобы все голуби округи этот район вообще облетали. Знаешь, и крестились, и какали по дороге. Не факт, что это сработает. Я буду пасырка. Я буду заряжать своей энергией эти глаза. Я сама через них буду светить. Ну идите нахер отсюда. Ну хватит какать. Есть же куда какать. Я думал, здесь будет хуже. Так я два раза фоны лила. Два раза лила, как это называется? Средства голубей сюда. Должно было как-то. Ну что, они на лету, что ли? Чуть, что ли? У них есть нос.
Но если в такой мир, я не понимаю, как это работает, я просто хочу, чтобы это сработало. У них клюв, а здесь вирус день. Я не дам. Слышь, это их. Чувствую запах. Просто как вкусно. После этого дом правильный. Если бы это после рябчика с ананасами, это было бы вкусно. Все активнее, вроде потихонечку, мы пахнем две рабыни и зауры. Но мужского рода, я, конечно. Не обе девочки. Понятно. Я рабын и зауры. Раб. Раб-ламб. Слушай, я повезу. Ешь. Ем. Надо работать. Это странная тема. Элементы выключить.